Доброе-доброе утречко. Вот так вот мы со снегом ежедневно я пытаюсь что-то попить. На данный момент я пью чай, потому что я проснулась, а света у нас нет. Наверное, знаете, как уже вот это вот будет у меня такой график, когда у нас есть, когда у нас нету. Сейчас у нас 9 часов утра. Да, я проснулась поздно. Сейчас 9 часов утра, Кирюха у меня у Вики. Что ей делать еще? Что ей еще делать? Она хоть там с кем-то общается, потому что ни в школу не ходит, ни уроков нету, ничего невозможно сделать из-за этого электричества. А у меня вчера Добби сделал мне такую шкоду, ребята, вы себе не представляете. Я пока вчера смотрела «Аватара», вторую часть, рыдала, сидела. Мне Добби ответственно прогрыз дырку в пододеяльнике, ответственно залез вот туда вот в одеяло, прогрыз дырку в одеяле, и оттуда подоставал мне синтепон, который я вчера тут засовывала. Я вам покажу отрывочек, как это все было. Добби, скажи, пожалуйста, ты дурак? Ну ты реально дурак. Пока я смотрела «Аватара», сидела там, рыдала, истеричила, он мне сожрал, блин, одеяло. А сейчас они спят. Вот там вот попа Шанти, а вот там на подушке спит Добби, а вот здесь вот спит Тыруська. Ну а Кирюшки нету. Сегодня у нас какое? Сколько осталось? Хотите, я вам скажу? Я вам сейчас скажу. До Нового года осталось 8 дней. А до Рождества осталось вообще 2 денечка, потому что сегодня 23 и сегодня пятница. Вот такие вот делишки, ребята, вот такие вот детишки. Я помыла голову, не знаю, получится ли у меня ее сегодня посушить. Если что, я сегодня снова буду кудряшка сия. На сегодня такое солнышко классное, что я даже нашу батарею поставила на зарядку, потом приду домой, покажу. Короче, прекрасная погода, замечательное настроение. Свет появился. Красота. Не знаю, надолго ли, но, по крайней мере, он появился. Так что я успела даже стирку поставить, стираться. И заметьте, я сегодня решила походить в старых новых очках. В общем, решила немножко сменить имидж, посмотрим. Может быть, это мне поможет в моей сложной ситуации сейчас. Может быть, как-то я стану более другой. Знаете, как иногда нужно менять что-то. И вот я решила сегодня что-то поменять. Поменять очки. Посмотрим, как они на меня подействуют. Пока у меня настроение замечательное. Сегодня, кстати, последний вроде бы день школы. Я Кире уже позвонила, сказала, иди бегом решай все вопросы школьные. Все закрывай, чтобы у тебя все было отлично. Посмотрим. По крайней мере, она еще у Вики. Собак выгулили. Что мы делаем дальше по плану? Сейчас, наверное, еще выпью кофеечек, но перед тем, как его выпить, давайте откроем наши печеньки-предсказания. Посмотрим, что же нам сегодня предскажет будущее. Какое у нас сегодня будет будущее? Как вы думаете, хорошее или плохое? Сейчас проверим, если только снег мне не помешает. О, нет. Первый раз в жизни снег мне не помешал. Так. Сегодня у нас коричневая. Вот, ну я же знала, что снег обязательно придет. Без него же никуда. Да подожди ты. Ну, дай предсказание почитаю. Это печенька, ты будешь ее есть? А в тебе будет больше в жизни позитива, ніж негатива. Короче, у меня будет больше в жизни позитива, нежели негатива. Я на это надеюсь, что у меня будет только один позитив. На. Ну ты же не будешь такое есть, ну. Там у тебя. Я сама съем. У меня там уже и стирка постиралась, у меня там уже все сделалось. Сейчас, короче, я еще раз выпью кофе. Позвоню Кире, узнаю, во сколько она будет дома. Мне нужно пойти снять наличку. Потому что мне нужно сейчас денежку отдать за корма, которые я в течение нескольких дней брала и не оплатила их, потому что света не было. А также, ну, по идее, сегодня тетя Лена должна капусту купить на ярмарке. Если, конечно, она там есть, потому что она бесподобно вкусна. Если она там есть, это будет просто классно. Я заказала целых 2 килограмма, чтобы уже капустой объесться и больше не хотеть. Спускаюсь идти прощаться с деньгами, покупать себе таблетки от головы, потому что у меня уже закончились. И мне звонит курьер. А сегодня у нас что? А, ну да, сегодня же у нас пятница. Точно. Мне звонит курьер с пиццей.
Сейчас я иду его забирать. Вернее, иду ее забирать. Хорошо, что я не ушла далеко. Так бы пришлось сейчас возвращаться сюда обратно, потому что Киры дома нету, никого нету, а забрать-то все надо. О, значит, сегодня ничего не нужно готовить, это хорошо. Единственное, что нужно пойти купить таблетки от головы, потому что голова у меня третий день болит, не переставая. И у меня все закончилось. Как же оно вкусно пахнет. Это просто невероятно. Я еще как раз с утра не завтракала. Боже мой. Но все равно сейчас пойду сначала все куплю. Потому что, возможно, свет опять выключат. И тогда я не смогу расплатиться терминалом. А мне еще нужно деньги снять. Нужно успеть в банкомат. Ну это обалдеть. Короче, ой, как вкусненько. Спасибо большое. Короче, я тут реально недолго. В терминал, в банкомат, людей куча. Как я вовремя успела все купить и снять деньги. Началась воздушная тревога. Я просто молодец. Вот что значит делать все с самого утра. Кто рано встает, тому Бог дает. Вы представляете, вот все успеть. Сейчас бы уже все с банкоматом бы выгнали, с магазина бы выгнали, а мне нужно было куча шампуней купить, куча всего такого. В общем, дома я потом уже покажу, конечно. Сейчас еще пойду денежку отдам в зоомагазин. И на сегодня я просто мега свободна и сделана во всех делах. Представляете? Дошла пока... Была тревога. Я дошла до магазина. Рассчиталась с Леной за корм собачий. Выхожу с магазина, снова тревога. Второй раз. Это не к добру. Что-то совсем не к добру. Видите, какая грозная. Прям такая сильная. Ого-го. Как у людей продукты не портятся? Я не знаю. У меня все портится. Пришла домой, а тут уже девчонки дома. Кира, покажи, как эта кофта. Оказывается, она двухсторонняя. А ну на другую сторону ее переверни. Она не так двухсторонняя? Она двухсторонняя. А тут есть никому? Да. Она реально двухсторонняя. Посмотри. Ее можно носить и пушистиком, и не пушистиком. Смотри, как прикольно. Мне пушистиком больше, да? К себе. К себе? Да. Так, девчонки со второй сиреной прибежали в коридор. Правильно, стойте. Да, стойте. Ну, это стрёмно слишком. А что написали в новостях? Ничего не написали. Вика, что только что-то читала. Ага, все. А, пауэрбанк, пойди на зарядку поставь. Он заряжен. Все равно поставь. На всякий пожарный случай все пауэрбанки стоят, не выключаясь на зарядке. Китя, у меня для тебя кое-что есть. Купила я картошку, хлеб, куча таблеток, себе краску для волос, потому что на Новый год хочу покраситься, быть красивой. Капусточки, это все, что осталось, и вообще самые последние остатки забрала. Ну, это гигиена для нас. Потом себе взяла вот такую вот сыворотку. У меня уже такая есть, разглаживающая, очень классная. Взяла еще она с молочными кислотами, увлажняющая. Короче, супер какая-то. От сухой и купрозной кожи. Это то, что мне нужно. Средство для диванов, чистки, шампунька, кондиционер, снег обязательно здесь. А это Кирюхи, продолжение серии от Лирен. Это пенка для умывания, а это тоник. Кирюха! Да. Ты где? Смотри, зайчик. Я тебе купила всю серию. Смотри, это тоник. Тебе, ну это этой же серии, увлажняющий, да, тоник. А это пенка, то гель для умывания, то даже не гель, а то какой-то, а ну покажи что-то. То, вот это? Да, вот это что? Это мицеллярный гель, да, это мицеллярный гель. А что, типа надо этим, потом этим? И нет, этим. Этот закончится, можно этим. Это пенка, просто пенка для умывания. Понятно. Ей просто удобнее будет. Я просто этой штукой тоже пользуюсь, мне она понравилась. А это тоник тебе, чтобы ты, потому что у тебя тот заканчивается, люмен. Ну, я тебе вот этот взяла. Спасибо большое. Все. Это тебе типа подарки на этого, на Рождество. Спасибо. Даю раньше, потому что они нужны и полезны. Спасибо. Так, а теперь давай же откроем этого. Пока у нас еще все тихо, спокойно. Давай календарь типа открываем. Зубы почищу. Когда зубы? Надо кушать пиццу, а потом пойдем пиццу кушать. Ты же тоже кушать хочешь? Ты же голодная, я знаю. Даже можешь ничего мне не говорить. Я вообще ничего не слышу. Потому что ты голодная.
Боже, посмотрите, сколько у нас тут курточек. Это на всякий случай, мы их не прячем. Да, так, Кирюха открывает. А, у тебя, блин, я не помню, 13-й, да, у тебя 14-й. Снова острые. Опять острые? Или с соусом вот этим вот. А, острые. Слушай, ну тебе просто везет. Да. Еще те не доели. Да, да, и те же самые. Так, а у меня 13-й. Помогите мне найти 13-й день. 13-й. Мне интересно, будет у меня... А, вот, я нашла. Добюшечка, отойди. Вот, вот он. Так, сейчас смотрим, что мне попалось. А, вот не помню, есть у меня такое или нет. Ну, какой-то такой мутненький. Сейчас проверим. Спасибо. Так, а, да, вот. Наконец-то начались уже повторки. Та-дам. А теперь, ребятушки, мы будем кушать, потому что я еще не завтракала. Кирюха, ты завтракала? Нет. Кирюха еще не завтракала. Купили булочку, потому что не знали, что есть пицца. Садишь пицца дэй. А, точно. Пятница, развратница. Пицца дэй по пятницам. Вот это я стишок придумала. Все, ребятушки, мы будем кушать. Всем, кто будет кушать вместе с нами, всем приятного аппетита. Замечательного дня. Прекрасного настроения. Не болейте. Семочки и лавушки. Вика, где твоя лавушка? Ты посередине должна палец вставлять. Мы тут с Добби гоняемся за мячиком. Добби, давай. Так где же он? Ну, снег уже убежал. Да что ж такое? Я не могу его словить. На, Добюшка. А, держи. Давай, давай, давай. Ай, молодец. Ай, молодец. Тюк-тюк. Давай, давай, забирай его. Давай, давай. Что, я должна его обязательно трогать? Вот я обязательно должна его притронуться к нему. Ай, молодец. Давай, где мячик? Где мячик? Укатился? Давай, доставай мячик. А девчонки здесь кушают. Медленно кушаете. А выключи камеру. Секунду. Медленно кушаете. Опять не хочу выключать камеру. Выключи. Не хочу. Выключи. Это на минутку. Вечно все самое интересное не дают на камеру показать. Ну вот всегда-то. Короче, ладно, все. Они кушают. Где? О, смотрите, смотрите, налетел. Опа, опа, опа. Америка, Европа. Снег, выходи оттуда. Давай. Та-да-да-да-да! Снег, выходи оттуда. Добби, ты не знаешь, что делать, да? Давай, давай, не надо туда залазить. Иди за мячиком. Вот так вот. Давай, играйся. Ай, молодец. Ай, молодец. Снег, ты тоже играйся. Все играемся. Все играемся. Все наслаждаемся. У нас тревога закончилась. У нас все хорошо и у нас все классно. У меня что-то здесь света совсем мало. Как-то вообще печально. Вообще сегодня выходной. Знаете, вот такой вот настоящий выходной. Ничего не хочу, ничего не буду. Сегодня у нас пицца есть, ничего не нужно делать. Боже мой, просто блаженство. Самое настоящее блаженство. Единственное, что нужно сейчас выгнать девочек и опять поубирать. Потому что когда они приходят... Вот Кира ночевала сегодня не дома. А утром я встала, такая чистота, такая красота, ну, несмотря на то, что там Добби где-то Шкоду подел. Сейчас пришли девчонки. Куртка раз, куртка два, обувь раз-два, рюкзак валяется. Короче, трындец. Девочки, вы опять Шкоду сделали по всей квартире, одни только вы. Вот, правильно. Так ши, это я сейчас скажу, ши. Ага, ага. Девчонки, я хочу... Давай выпьем за деньги. О, боже мой, у меня такая чашка от чая ужасная. Кира, я вчера уже в Инстаграме, по-моему... Боже мой, кто? Квин Кира или кто-то? Нет, не Квин Кира, какая-то другая девочка сделала обработку тебя с, там, где деньги. Мне деньги не нужны, мои деньги, 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 деньги. Не видела? Прикольно, вот я не помню, кто. Короче, тебе большое спасибо, я твой ник не помню. Но, девчонки, я хочу вас всех поздравить с окончанием этого учебного года. Да, именно этого учебного года, потому что следующий будет это продолжение. Поэтому поздравляю вас с окончанием этого учебного года. Кушайте пиццу, пейте чай и давайте. Цок-цок. Чаем. Чаем, конечно, чаем. А чем мы еще можем цокаться? Мы же... Ты сейчас ей все брекеты повыбиваешь, ты. Цоканье, блин.
Слышишь, хотела выбить Кире брекеты, а сама облилась. Молодочек, молодочек, а ты что хочешь, ребенок? Это чай мой. Ты хочешь чай? Не хочешь чай? Не надо. Кира. Я нахожу это видео. Кира. Кира, знаешь, что я придумала себе на Новый год подарок какой? Мне нужна праймер, вот такой, как у меня есть, белый, для ресниц. Слышишь? Да. Все, запомнила? Угу. Да ты нифига не запомнила, дудочка. У меня голова так и не проходит. Уже, знаете, что мне сестра посоветовала таблетки Долорена. Я купила сегодня таблетку Долорена, я купила Нурофен, которым я всегда спасаюсь, купила Цитрамон. Я выпила... Все уже из этого всего, и мне ничего не помогает. Мне уже тошнит от этой головной боли. То есть уже на третий день подряд она болит и не перестает. Собираюсь сейчас идти с собаками гулять. Девчонки уехали на каток. Не знаю, попадут ли они или не попадут туда, но они захотели поехать на каток. А я сейчас хочу пойти, пока выгуляю их. Еще у меня же подружка моя Вита с Катюшей, ну вы ее знаете. Она просила провод, чтобы заряжать iPhone. И я вот это вот думаю, что я, наверное, Катюше подарю сейчас провод, чтобы она смогла заряжать iPhone. Подарю вот такой вот. Будет ей подарок на Новый год. Тут, наверное, ее даже любимый цвет. Это ж лавандовый. Нет, это, наверное, не... Нет, лавандовый. Наверное, все-таки ее любимый. Здесь и для телефона ее будет, и еще для чего-то, и для iPhone. Короче, сделаю ей подарок на... Новый год, на Рождество. Короче, просто сделаю ей подарок. Почему бы нет? Приятно, классно. И думаю, никто не обидится. Так, ну что, малыши, карандаши, собираемся идти гулять. Да? Пойдем? Пойдем на улицу. Пройдемся. Еще надо зайти, посмотреть, появилась ли моя колбаска. Потому что я заходила в магазин сегодня и спрашивала, появилась ли моя колбаса. Они сказали, что, возможно, сегодня ее привезут. А ее привозят всегда по одной палочке. Говорю, если привезут вдруг, отложите, пожалуйста, я приду ее заберу. Поэтому, если что, сейчас еще пойду и заберу колбасу. Короче, в общем, такой сейчас маленький сделаю кружочек. Прогуляюсь, подышу свежим воздухом. И, наверное, мячик уже сел, да? А, нет, не сел. Отлично. Пусть снег гуляет мячом, а мы собираемся и уходим. А где моя кофта, а, собаки? Я уже свою кофту потеряла. Я же вроде бы ее не клала никуда в отделение. Или я настолько хорошая хозяйка, что я ее положила в отделение? Нет. Видите, я не настолько хорошая хозяйка. А, я так и знала, снег. Давай, малыш. Я так и знала. Всегда, как только туда кладу кофту, снег сразу же на нее ложится. Ну вот этот костюм нравится всем. Добби его обожает. Снег его обожает, я его обожаю, как вы заметили. Я постоянно в нем. Я же говорю, я всю зиму буду в нем ходить. Один стирается, один ношу. Один стирается, один ношу. Ну, очень он теплый, ну, очень он классный. Ну, вот уже, наверное, я вам буду скоро мелькать, и вы меня будете узнавать по моему костюму. Но ничего я с этим поделать не могу. Если оно теплое, если в нем комфортно, то я его буду носить, не снимая. Я не знаю, увидите ли вы на камере, но посмотрите, какой у нас красивый закат. Жалко, конечно, здесь у меня плохо его видно, но... Очень красивый, просто нереальный. Ох, ребята, я, короче, сходила в магазин. И знаете, что я там купила? Не знаете, я сейчас вам все покажу. Просто бомбическую штуку. Я, конечно, надеюсь, что бомбическую. Кира здесь вау-вау-вау делает маникюр. Ты маникюр делаешь? Нет. А каким лаком? Вот этим вот магнитным? Да, но он не магнитный. Магнитный. Ну, нифига не магнит. Кира, так ты магнит возьми. Так я брала. Нифига не хочу. Ну, значит, надо пойти узнать. Они мне показывали, он магнитный. Да, у меня не магнитный. Он делает просто кошачий глаз, понимаешь? Да, у меня не делает вообще ничего. Короче, я купила... Да хватит мявкать! О, я тебе не купила. Да иди ты в сраку, снег. Я тебе постоянно забываю корм купить. Сейчас пойду. А, мандарин, бананов. А еще я купила, ну, стики кофе и подушку. Подушку для
для вот этой вот наволочки. Хочу же все-таки ее... Так, тихо, Добби, нельзя. Хочу все-таки ее одеть и сегодня такую красоту сделать. Ну-ка, давайте сейчас мы все сделаем. Подушечка такая мягенькая, такая классненькая. Теперь у меня будет на чем лежать. Главное, чтобы она сюда залезла. И будет прикольно. Теперь я днем могу лежать на вот этой вот подушке. И что делать? Книжку читать, правильно. Я сейчас очень интересную книгу читаю. Просто настолько захватывающую. Вообще очуметь. Но никак не могу ее дочитать, потому что то голова болит, то еще что-то, то еще что-то. Короче, читаю, как это говорится, не быстро. Ой, хорошо, что я не взяла меньше подушку. Смотрите, прелесть. Вы посмотрите, какая прелесть. Это же Добби. Добби, посмотри. Ты себя узнаешь? Красивый ты, да? Ой, какой красивый, да? Ты просто красавец, да? Ой, какой ты. Кто это? Да-да-да, ты себя узнал? Мне нравится, мне очень нравится. Вот сюда вот можно положить. Главное, знаете что? Чтобы Добби ее не съел, как мое одеяло. Еще у меня есть сюрприз для Кирюшки. Вот эта вот рука вообще никак, а эта смогла. Может, ты магнит неправильно держала? Правильно, я везде держала, но мне не получилось нигде не держать. Кира, у меня для тебя есть сюрприз. А как так работать? Стопом. Не знаю. Я вообще не знаю, как он работает. Я знаю, что как-то работает. Кира, у меня для тебя сюрприз. Ты уже все сделала? М? Ты меня из-за этого не слышишь? Ты уже все сделала? Почти. Идем, я тебе сюрприз дам. У тебя высохла рука? Нет. А, так иди досуши. Мне нужно красить топом. А, тогда докрась топом, потом я тебе все дам. Потому что у меня для Кирюхи сюрприз. Конечно, я хотела его дать. Короче, сейчас расскажу. Покажи. Покажи. Ну вот эта рука, смотрите, вот один палец и вот этот вот палец. Вообще шикарно получился. Остальные почему-то нет. А эта рука... Эта рука вообще не получилась. Идем. Я тебе, и ты себе давно хотела такую штуку. И я решила тебе сделать подарок. Конечно, думала его сделать тебе на Рождество. Но хочу, чтобы ты на Рождество и на Новый год уже в этом была. Та-да-да-дам. Это что? Это пижама такая новогодняя. Да! Да! Это именно такая новогодняя пижама. Прикольно. Как в American Style? Давай я тут приодену. Конечно, а давай, иди сразу же померяй. Клевая. Я давно хотела Кирюхе такую пижаму. Я реально и себе такую хотела, но решила Кирюхе сначала, потому что там я еще увидела, есть по типу не халат, а... Типа платье, вот такое вот. Я думала, что, может, у Киры будет пижама, а себе, может быть, чуть попозже куплю такое платье. Главное, чтобы оно подошло тебе. Не маленькое? Нет, выглядит немножко большое. А, большое не страшно, маленькое. Потому что мне вообще сказали, когда я брала, мне говорят, вы на себя? Я говорю, нет, ну почти на себя, на такого же, как я. Мне говорят, на вас будет маленькое. Я говорю, маленькая? Маленькая, но большая. Маленькая, говорю, точно не будет. Говорю, главное, чтобы большое не было. Не кипишуем. Сейчас будем смотреть на красивую Киру. Не кипишуем. Ну что ты там? One, two, three. Ой, какая ты классная, Дя. Тебе нравится? Да, мне очень нравится. Блин, вообще, да, прикольная, круто. О, подушка. А, да, видела? Только что увидела. Клево, очень, очень круто, Кирюха. Блин, прикольно. Главное, что тебе нравится. Спасибо. Да, ты крутая.
Ты реально крутая. Там еще такая была, только знаешь что? А, я думала, может быть, взять две пижамы. Пижама просто очень достаточно большая сумма. Там такая же есть, только типа платье. Типа платье-халат. Не халат, а именно платье-халат. Нет, ну это да, это круто. Ладно, меня съедает снег, поэтому я пошла теперь снегу за кормом. Если я когда-нибудь куплю все за один раз или не куплю все за один раз. Блин, ну она реально прикольная. Ты очень крутая, Кира. Ты реально сейчас, знаешь, такая American Girl Christmas. Нет, Christmas American Girl. Вот это еще надо одеть. Одень, пожалуйста. Одень, да, вот именно вот так вот. Смотри. Колик, колик, колик. Иду, снег, иду. Кирочка, Китюнь, подарки подарками, но ты, пожалуйста, убери свои вещи, я тебя очень сильно хорошо, прошу. Все, что нужно там в стирку, то, что не нужно, не в стирку. И подушка просто шикарно. Так, мне теперь такой не хватает Шанти и Теры. И так было бы тык-тык-тык. Да, Шантюська? И снега, снег. Все, бегу. А, так, что-то тут кипиш такой. Добби, видимо, очень рад, что у него теперь есть своя личная подушка. Кира уже все, пошла снимать тики-токи. А я пошла снегу за кормом. Если бы у меня кот не был таким зверем и не съедал бы меня, я бы нифига никуда не пошла. Но он меня же скушает сегодня вечером, а завтра утром доест то, что осталось. Повезло мне, повезло. 300 раз мне повезло. Корма возле нашего магазина нету. Корма в нашем магазине нету. Приходится мне топать куда-то далеко. Темень тьмущая, меня не видно на это. Надеюсь, что может быть хоть в Фории что-то есть. Я же говорю, если я домой приду без него, я буду съедена. И костей не останется. Молоко купила, корма купила, сырочка Кири купила. И молока себе для кофе купила. И ради вот этого вот я решила включить холодильник. Надеюсь, это будет не зря. И у нас свет не выключат. Но холодильник я уже включила, так что я могу туда ответственно положить первые продукты. Всех накормила. Всех, всех. Всех. Я, как это говорится, молодец. Теперь у меня еще осталось попереливать подсолнечное масло вот в такие вот баночки, в которых у меня подсолнечное масло всегда. Не люблю, когда оно у меня вот в этой бутылке, поэтому у меня вот такие вот бутылочки. Когда-то в этих бутылочках я покупала кленовый сироп. А вот, сейчас в них масло. И потом уже Кирюха выйдет, и мы будем узинать. А потом я себе выберу какую-нибудь масочку прикольную. Да, в общем, будет у меня бьюти-процедуры. Но это попозже. Чуть не забыла. Мне же надо забрать батарею, которая, наверное, уже зарядилась. Вот эта вот батарея солнечная. Ее можно заряжать, через нее можно заряжать телефон. Вот, поэтому эта штука тоже очень полезная. У нас гаджетов зарядочных уже очень-очень много. И это очень-очень круто. Вы поели, вы попили, молодцы. Так, все, теперь можно дождаться Кирюху и тоже ужинать. А я смотрю на Добби и не могу понять, почему он мокрый. Он весь мокрый. Тебя Тера так облизала? Тера, ты опять? Сейчас будет здесь все мокрое из-за тебя. Ну, пей нормально воду, пожалуйста. Як завжди. Як завжди, наша вечеря, наш ужин, вермишелька, вот такие вот куриные стрипсы, наггетсы, по-разному их можно назвать, и божественный салат из капусты, и пицца будет на чай, и Добби тут, ты уже все съел, но все равно подлизываешься, что? То к тебе, то ко мне. Она думает, а вдруг кто-то что-то даст? Нет. Я его прогнала вот так вот, и он пошел к тебе. Он никому ничего никто не даст. Ты вообще... Знаешь, что он мне сделал? Ты видела вчера в Телеграме? Я видела в истории. А, видела, да? Да. Как мне Вика показала. Молодец, да, какой? Да. Умничка. Умничка, благоразумничка, молодец мальчик, обиделся на меня, что я ему не уделила внимания, сидела тут смотрела Аватара,
А он ко мне один раз пришел, второй раз пришел. Я, короче, ноль на массу, сижу, рыдаю, аватара смотрю. Закончила смотреть аватара, зашла в комнату и прозрела. Да, да, да. Ну все, дай покушать. Все, ребята, всем приятного аппетита. Мы будем ужинать. Взяла вот такую вот масочку. Bomb Water Mask. Наверное, какая-то увлажняющая, напитывающая водой. Я даже не читала, на самом деле, что тут. Натуральных маска для лица. Ничего тут не говорится про эту маску сверхъестественного. Единственное, что она на каких-то таких странных китайцев, наверное, потому что глаза узкие у этой маски. У меня маска не аж вот здесь вот на веках. Брови полностью все закрыто, все за... ну такая. Посмотрим, посмотрим. И сегодня я уже воспользовалась новой сывороткой, которую я купила сегодня. Вот этой вот. Не знаю. Посмотрим по мере использования. Но первый вариант, которым я уже пользуюсь, вот этот вот. Мне он очень нравится. Она очень классная. Вот. Здесь, видите, здесь Moisturizing Acid Serum. А тут Smoothing Acid Serum. Что это значит, я не знаю. Знаю только, что очень круто. Кирюшка тут что-то делает. А ты мне тоже чаек сделала? Ничего себе, это так, чтобы я не облилась, да? Так, чтобы я не облилась? Спасибо большое. На такой, как это говорится, прекрасной, шикарной масочной ноте я, наверное, все Кирины маски использую, пока она до них дойдет. Не злишься? Вырани спинку. Я хочу. Правильно, не надо. Всем, ребятушки, чаушки, какаушки, Тёмочки и Ланушки. Вики нету с пальцем. Все, всем пока.